Смотрим бой, в котором Дмитрий Бивол защищает свой титул временного чемпиона мира по версии WBA ассоциации. Его соперник Роберт Берридж из Новой Зеландии по прозвищу Мясник. Суровый рефери. Окленд, страдена Роберта Берриджа. Роберту Берриджу уже 32 года. И сказал, что Дмитрий также, что его соперник очень неуступчивый, и его быстро сломать не получится. Морально. Ну, вместе с Машьяловым. Ну, это такая, в общем-то, цвет тренерский цвет. А также есть очень хорошая новость. 17 числа, февраля, у Дмитрия Бивола родился второй сын. Так что меньше недели много назад. Много чего успел, да, за свои... По первому раунду гонг. Бой начался. Дмитрия Бивола в предыдущем бою была травмирована рука. Он весь этот промежуток времени восстанавливался. Предыдущий бой у него 2016 года. Так что они примерно одинаковое время не боксировали. И вот сейчас только вот вопрос беречь. И главное, чтобы не было рецидива повторной травмы. Да. Все хорошо. И действительно, отдавать такой... И по-хорошему Дмитрий Бивол должен с ним разбираться вполне уверенно. Мы уже перечислили сильные стороны Дмитрия, да, великолепная техника, великолепное движение этого парня, хороший удар. Хорошо, а сейчас вы видели, как жестко он встретил соперника. Но еще раз скажу, уже 26. Ничего сложного в этом нет. Но там хорошие спарринг-партнеры, там хорошие условия. Я понимаю, что и здесь, в Санкт-Петербурге, ему тоже созданы, в общем-то, условия. На высшем уровне заменим. Ну и говоря о планах на 2017 год, Дмитрий отмечал, и что его промоутер готов ему эти 4 боя предоставить, получится или нет, где они будут. Но промоутер у него все-таки... Да, и Дмитрий сам, кстати, отмечал, что хочет роста оппозиции, хочет более серьезных соперников. Хорошо, сейчас вот... Надо прочувствовать соперника, понять. Вот вы видите, на этом точен, экономен, но при этом точен российский боксер. Пока не очень форсирует события. Ну, провалил. Так опрометчиво, авантюрно бросился вперед. Ты его особенность, кстати, он практически всегда идет поединка. Дмитрий его продавливает. Даже не продавливает, он просто намного точнее. Почти 100%. Очень экономно действует Дмитрий, при этом ну, очень точно. Еще один правый прямой, точно в цель, чтобы три удара наносил, а он все время одним действует. Выходить, но опрометчиво достаточно. Ну, чтобы нанести три удара, нужна дистанция, нужно подать. А как это сделать? Вот в чем вопрос. Да, тут... С Биволом Берридж очень коряво действует. То есть так... Бивол четко принимал все. Кто-то на защиту. Кто-то скажет, что Бивол работает экономно, а я скажу, одно из главных его качеств. Да, здесь смысла тратить силы нету. А тем он более, такой. Да, тем более боксер это позволяет. При этом, что интересно, у Бивола, у него не ставится выше зрелищности. Он при всей своей рациональности, вот этой экономной работе, остается зрелищным боксером.
Боксер сидит, слушает, кивает, а тут... Этот тренер плохого не посоветует. Сдвоенный джеб. Хорошо в разрез между рук Бивол. Один из самых сложных завоевал этот титул, который посильнее, чем вот этот сегодняшний, уверяю вас. Да, это был первый соперник, который продержался всю дистанцию. Тогда несколько раз побывал в нокдаунах, постоянно. И для Дмитрия было такое серьезное действительно испытание. И это было зацепил тогда... Бэридж. Первый бой, когда, еще раз скажу, соперник был очень достойный. И явно прибыл в Москву не отбывать номер. Нет, хотел он так просто отдавать этот пояс. Не закончится досрочно, но, как сказал уже Роман... Ух ты, хорошо на встречу провалил. Еще раз добавил. Заставил Бэриджа все-таки, да. И давит, продолжает прессинг Бивол. Да, надо развивать этот успех. Еще хороший вываливается. Еще, да, хороший джеб зашел. Ром, ну, рискую предположить, что да, это... Все-таки, согласны, то есть, да? Бэридж, да, Бэридж хороший середняк, крепкий боец, но не по уровню Бивол. Держится на морально болевых. Да, то есть руки разлетаются, защиты нет. Конечно, не дожмет, но концовка однозначно Бивол. Нашумел. Ну, не надо было, конечно, второй удар наносить. Соперник встал, но что, сознательно, мне кажется. Ну, уже просто поспорить стоит дальше. Четвертый раунд. Может стать последним в этом бою. Ну, посмотрим. Еще один Бэриджа. Еще двойка зашла. Продолжает работать Бивол. Ни одного попадания, посмотрите. Куда-то выбрасывает туда. Да нет, ну абсолютно. Вот, он ждет эти удары. Вы смотрите, то левое, да, то правое угол сбоку. Все время еще защита. Один очередной нокдаун. Оперирует, что Бивол головой ударил. Вызывают врача рефери. Я удара головой не заметил. Да нет, это был нокдаун. И мы с этой победой его поздравляем. Ждем дальнейших ярких. А на этом будем постепенно с вами прощаться, друзья.